Привет, меня зовут Кирилл Краснов, 96-го года рождения. Мне тут недавно на съемочной площадке моя коллега, актриса, она смотрела плейбэк, сказала, что моя улыбка ей будет сниться. И сказала, что я уверена, что ты приходишь на пробу, улыбаешься, и тебя сразу утверждают. Если бы все было так просто, я бы, наверное, всегда бы улыбался в 32 зуба и больше бы ничего не делал. На самом деле, мой мастер Игорь Николаевич Исулович всегда говорил нам прекрасные слова о том, что наша профессия – это человековедение. И понятно, да, Джонни Депп сказал прекрасную фразу, актеры делятся на два типа – те, которые хотят стать известными, и те, которые врут, если более русским языком сказать. Да, в этом есть своя правда, но я всегда, когда про это думаю, понимаю, что, наверное, я все-таки действительно пришел, потому что это человековедение, и мне нравится сдавать свое тело и свою психофизику в аренду персонажам, у которых действительно за плечами судьбы. Я, например, можно уже рассказать про «Пересуд» наконец-то. Я в «Пересуде» сыграл паренька, который пришел из армии на почве ревности, застрелил нового парня своей девушки. Из-за этого сел в тюрьму, а потом сбежал и захватил вместе с другими 5 зэками пассажирский автобус. И это же действительно судьба, есть причинно-следственная связь, это трагедия, его и жалко, при этом его и хочется наказать и осудить. Мне вообще кажется, вот мне по жизни, чем тяжелее в профессии, чем тяжелее роль, тем мне как-то проще работается. Мне когда просто не очень интересно. Ну, как-то вот так. Я надеюсь, что мы с вами познакомимся, встретимся на съемочной площадке и вместе будем создавать судьбы. Спасибо за внимание.